приехали в бухту Оля на стену водопадов. Мы проезжали завод гидростроевский, увидели. Сейчас пойдем посмотрим на водопады. И уже начинают вот такие лавочки интересные делать. Бухточка такая симпатичная. Ну, такая стена сама по себе небольшая, в принципе, протяженная стена. Ну такая живописненькая. Такого я не видел, в принципе. Она, в принципе, коротенькая. Сейчас мы поедем на горячие источники. А почки такие симпатичные. Водопад называется «Плачущие скалы» в поселке Рейдово. За рыбзаводом. Интересно, как они появились. Вот они прям такой одной ровной линией протекают. Кто знает, напишите. Потом мы идем на жаркие источники, ой, на горячие источники в поселке Рейдове. Тут, в принципе, как раз недалеко. Плачущие скалы находятся на территории завода «Гидрострой». Просто так туда не проехать. Территория закрыта для проезда машин. Доехали до смотровой площадки. Вот он, завод, который мы проезжали. Вот такой ухоженный, симпатичный. Все аккуратненько. Плачущие скалы, они вон там. То есть нужно проезжать через завод. Здесь такая смотровая площадка. С такими вот камнями он, командир, ходит, вот, руководит процессом съемочным. Такая вот смотровая площадка, в принципе, плюс-минус симпатичная. Вот он, красавец, Богдан Хмельницкий, вулкан, 1500 метров. Но мы туда не пойдем. А вот она, бухта Оля. Такая хорошая для стоянки катеров, лодочек различных. Спокойная. Гидростроен свой причал такой хороший прям. Thank you.
такие вот доски объявлений прикольные по всему Итурупу. Вот он, поселок Рейдово. Браконьерский поселок когда-то считался. Вот она, начинается уже красота. Песочек такой черный, черно-белый. Ну прикольно здесь. Просто съехали на пляж в Рейдово. И здесь такой песочек. Вот он здесь прям беленький такой, мелкий. Прикольно. А вон глэмпинг. Жалко его. Был шторм и поздувало все вот эти вот купола, порвало. И вот он сейчас. И вот он сейчас стоит в таком вот печальном состоянии, не знаю, не восстанавливают их. Брошены или непонятно. Их дальнейшая судьба. Ну жалко, конечно. Жаль, конечно, этого добряка. Здесь вообще он такой прям. Как мрамор такой. Горячие источники, жаркие воды. А, тут даже грязи есть. Блин, ну красиво там здесь, прям хорошо. Вот такие вот ванночки. Чего? По центру горячая вода. Вода комфортная, ну, можно себе сделать погорячее, можно похолоднее, кому как нравится. Вот такие вот. Дальше сейчас посмотрим, что там. Да, конечно, нужно такую прохладненькую погодку, когда солнце светит. Они, конечно, менее кайфовые. Такая тропиночка тут идет. Тоже какой-то источник бьет. Запах такой сероводорода. Ну, как и на обычных источниках вулканического происхождения. Там грязи дальше какие-то. Вот, вот здесь прям отчетливый такой запах бурления. Отложения какие солевые. Прям кипяток из-под земли бьет. Рублей, нехилый такой ценник, в принципе, грязи 300 рублей, но красиво, конечно, сделали. Так, вот у нас ванночка с грязями.
Вот такая вот там грязь. Не, такого нам не надо. И душик вот есть, чтоб потом помыться ножной. Ладно, идем обратно. Такой какой-то украинский стиль. Заборы такие. А вон, наверное, какая-то лечебница, которая была, не знаю, наверное, в советское время еще построена. Так, на улице тоже есть ванночки. Сейчас мы сюда зайдем, интересно, они, наверное, тоже горячие, да, потому что вон там слева скважина. Ай, блин, холодная вода. Я-то думал, здесь теплая. Там холодная, оказывается. Ладно, сейчас. Вот здесь, наверное, она горячая. Ой, о, прям заметно погорячее, чем там. Ой, здесь прям градусов так побольше. Ну, еще одна третья получается ванночка. Смотрим, как здесь с температурой дело стоит. А тут прям форелька маленькая такая плавает. Оба. Съели? Нет. Молотом. А, нет? Клюнул. Ха, сорвался. Слишком большой, наверное. Да. Тут целая система. Так, все, сам кидаю. Нет. Так, Соня, я кидаю. Убегать. Большой плюс, что в центре барабан с горячей водой и может регулироваться погорячее, похолоднее. Можно сделать вообще кипяток, кто как любит. Ну, прикольно здесь, хорошо, чистенько, аккуратненько все. Народу немного, сейчас, наверное, все, кто где. Пока здесь, в принципе, хорошо, свободно.